Друзья, рад приветствовать вас на 17-м уроке благотворительного проекта «Ритм без границ». И сегодня я покажу вам, как играть в нечетных музыкальных размерах. Поехали! Итак, нечетный размер, который мы с вами сегодня разберем, это 5 четвертей. Рассмотрим эти 5 четвертей как пульсацию из восьмых нот. Если каждая четверть делится на 2 восьмушки, соответственно, в 5 четвертях у нас есть 10 восьмых нот, в которые мы должны уложить наш грув, наш ритм. Итак, наш паттерн. Мы делаем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сначала мы играем восьмушками, потом играем четвертями. 8, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, побыстрее, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь добавим с вами вариацию, и каждый четвертый такт мы будем делать с вами следующую историю. Схема 5 плюс 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 плюс 5 восьмушек, что в сумме составляет 10 восьмых, то есть весь наш такт 5 четвертей. Итого 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Если считать четвертями, то получится 1, 2, 3, 4, 5, раз. Но мы делаем не хлопок, а заходим обратно в грудь, в раз. Итого попробуем соединить. Сделаем 3 раза наш паттерн и 1 раз вариацию. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, так, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 раз. И раз. На предыдущем онлайн-уроке мы с вами освоили такую новую музыкальную краску, как свинг. И сейчас мы попробуем сыграть наш ритм на 5 четвертей в ощущении свинга. Будем считать триолями, то есть 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, до 5, потому что у нас 5 четвертей. Логично. И попробуем. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, вариация. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Пробуйте медленно сначала, пробуйте убрать сначала вариацию и сделать только паттерн. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Постепенно ускоряйте темп, пробуйте делать это под метроном. Потом добавлять вариацию. И сейчас мы попробуем сделать это под композицию. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять.
делайте сами. А я с вами прощаюсь. До встречи на новых онлайн-уроках.